2009 году компания «Окста Вестланд», ныне компания «Леонардо», закончила строительство многоцелевого вертолета AW-149. Хоть в его основе и находится проект гражданского вертолета AW-139, это получилась абсолютно новая машина. В модификации AW-149 присутствует удлиненный фюзеляж, новая трансмиссия, применяются двигатели с повышенной мощностью. Вертолет разрабатывался для военных целей, поэтому его оснастили современным оборудованием, позволяющим выполнять полеты в любую погоду и любое время суток. Его можно использовать для транспортировки пассажиров и грузов, связи и управления, огневой поддержки, наблюдения и разведки, поисково-спасательных работ, эвакуация. Вертолет AW-149 имеет грузоподъемность 8 тонн. В состав бортового оборудования входит полностью цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование, имеющее открытую архитектуру, интегрированное специальное оборудование. Аппарат оснащается стеклянной современной кабиной с четырехпозиционным автопилотом, который предназначен для выполнения операций в различных режимах театра военных действий. В состав аппаратуры вертолета входит шина передачи данных MIL-ED-1553B, система контроля состояния наиболее важных агрегатов и систем HAMS, бортовые речевые накопители и накопители полетных данных, подсистемы вооружения и БРЛС, обеспечивающие передний обзор. Есть возможность доукомплектации оборудования метеорологической станции. Кабину можно полностью совместить с приборами ночного видения. В качестве опциона разработчик предлагает укомплектовывать вертолет противообледенительной системой. AW-149, который разработан с открытой архитектурой, может быть оснащен перспективными системами и оборудованием для выполнения широкого спектра заданий и перехода с одной задачи на вторую. Помимо всего этого, его можно модернизировать для соответствия будущим требованиям. Установка перспективных датчиков и линий передачи данных улучшает ситуационную осведомленность в выполнении операций с задействованием сетевой системы. Объем грузовой кабины в 12,4 кубического метра позволяет разместить до 18 солдат. Есть грузовой крюк, способный выдержать 2720 кг, и внешний грузовой подъемник на 272 кг. Другие новинки, которые применили на AW-149. Система противодействия столкновению с проводами. Сепараторы в конструкции двигателей для препятствия проникновению вовнутрь посторонних частиц. Замкнутый тип топливной системы. Выпуклость иллюминаторов кабины. Вертолет AW-149 – идеальный вариант для выполнения обширного спектра задач, как для перевоза военных, участия в логистических и боевых операциях, так и для огневой поддержки, проведения поисково-спасательных работ в боевых и обычных условиях, операций, связанных с разведкой, наблюдением, для эвакуации раненых, доставки груза на внешней подвеске, командной связи и управления. Комплекс вооружения вертолета позволяет противостоять бронированным целям и выполнять огневую поддержку пехотинцев на поле боя. К выносным кронштейнам можно подвесить контейнеры с вооружением, кассеты «Снусер», ракеты класса «Воздух», «Воздух» и «Воздух-Земля». В окнах кабины представлена возможность установки пулеметов. Экипаж – 2 человека. Вместимость – 18 человек и до 2720 кг внешней подвески. Полная масса – 8600 кг. Максимальная скорость – 310 км в час. Крейсерская скорость – 278 км в час